Бывший замминистра энергетики и ЖКХ региона Мария Степанова снова предстала перед судом. Экс-чиновница попыталась обжаловать приговор, который вынес Куйбышевский районный суд в ноябре прошлого года. Телеканал «Омск ТВ» рассказывал об этом резонансном деле. По версии следствия, Марина Степанова, находясь на посту замминистра, покровительствовала стройфирмам, обеспечивала беспрепятственную оплату договоров ремонта многоквартирных домов. За это получала взятки – деньгами, подарками и услугами. По данным правоохранителей, застройщики оплатили чиновнице аренду квартиры, парковку, парикмахера, приобрели ноутбук и шубу. Общую сумму взятки следователи оценили в 7 миллионов рублей. Вину по предъявленным обвинениям экс-замминистра не признала. Суд приговорил Марину Степанову к 7,5 годам лишения свободы в колонии и оштрафовал на 22 миллиона рублей. Апелляцию рассмотрел 8-й кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. Срок лишения свободы оставлен без изменения. Защите удалось уменьшить сумму взыскания на 10 тысяч рублей.